На столі тісто різних кольорів. Саме з ним працюватимуть учасники майстер-класу. Серед них – Світлана зі своєю 8-річною донькою Аріною. Сьогодні вони створюватимуть квіткову картинку з тіста. Мы делаем картинку, вот цветочек, да, разноцветный, как по настроению нашего ребенка. Да, все красочно, как радуга летняя, да? Солнечная. Вот мы сейчас такую картинку сделаем, как ее настроение, такая картинка. Проводить майстер-клас майстриня Мар'яна. Каже, захопилася цим, бо хоче навчити своїх дітей майструвати з різних предметів. Я сама мама, мне очень интересно как бы этим заниматься, у меня все-таки дети. И что такое летний период? Все в отпусках родители, кто в отпусках, кто на работе. Вот дети часто дома, и как бы чем заняться детям? Я считаю, это очень интересное занятие, причем такие изделия, они вообще, мне кажется, очень популярны. Это природный материал, это вот, ребенок не сидит возле телевизора. Протягом майстер-класу кожен робить свою квіткову композицію солоного тіста. Это уже готовое тесто, я красила его разными цветами. Вот. И как бы вначале мы учим, как делать лепесточки, листочки, формировать из этого цветочки. А потом мы, конечно, можем сделать и вазу с цветами, и картину на любую тематику, там, и ветку сакуры, и полевые цветы. Майстер-клас проводять не просто так. Квіткову мапу, яка має з'явитися у підсумку, відправлять до Ірландії. Эти работы пойдут в подарок 10-летию Ассоциации украинцев в Ирландии. Это наши подарунки будут нашей голове и всей громадой нашим украинцам, которые находятся за кордоном в Ирландии. Это будет их подарок. Они познакомят своих детей, те дети, которые живут в Ирландии, которые помнят о культуре, об Украине. У них суть – развивать Украину в Ирландии. Антон Рудак, Іван Дем'яненко, ТВ5.